Сегодня готовим пасту алио-олио. Это очень просто, вкусно и максимально быстро. На 100 грамм пасты мы используем литр воды и 10 грамм соли. Тут у меня 300 грамм. Отправим пасту в кипящую воду и варим на минуту меньше указанного времени на упаковке. Тем временем нарежем петрушку, подготовим чеснок и острый перец по желанию. Мелко-мелко. Отправляем в миску. Стебли тоже понадобятся, мелко нарезаем и отправим их к оливковому маслу. Входим к чесноку, я использую 2 зубчика. У меня тут на 2 порции пасты, то есть 1 зубчик на 1 порцию. Раздавим ножом, подсолим и нарезаем до состояния пюре. Заливаем оливковое масло. Сразу же добавим чеснок, стебли петрушки. Следите за тем, чтобы чеснок и петрушка не подгорели. Добавим пасту и активно перемешиваем. Добавим чуть-чуть воды из-под пасты и петрушки. Снова активно все перемешиваем. Готовим так 1,5-2 минутки. Посмотрите, друзья, насколько это аппетитно выглядит. Сногсшибательно просто. Все, готово. Аккуратно выкладываем в тарелочку. И по желанию немного чили перца. И чуть-чуть крупной соли сверху. Не передать словами, насколько это ароматная и вкусная паста. Обязательно пробуйте приготовить по этому рецепту.